времени суток, дорогие друзья. Сегодня я хочу вам задать один вопрос. Не знаю, может быть, никто подобным не задается, но вот я сейчас начала читать Страуда, Локвуд и компания. У меня один единственный вопрос к персонажам данного произведения и к персонажам произведения «Аэронавты» называется. Это фильм. Почему нельзя одеться тепло? То есть вы знаете заведомо, вот Локвуд и Люси знают, что они работают с призраками. Они идут в логово, где точняк, вот 100% сидит, находится призрак, да? Вот, вы знаете, что становится холодно. Почему нельзя одеться по-человечески, чтобы не было вот этих вот замороженных пальцев, чтобы спокойно, комфортно работать, в конце концов? Вот, не знаю, мне непонятно. Могу дать скидку на то, что, может быть, за счет того, что ребятам там нет 18 лет, они так себя ведут, знаете, как это, неокрепший организм, неосознанные действия, всякое такое. Вот. Но есть же какие-то причинно-следственные связи. Вот. То же самое по поводу аэронавтов. Та же самая ерунда. Там тоже опускалась в районе 17 градусов температура минуса, и они совершенно были одеты не по погоде, вот, и там чуть ли, в общем, коньки не откинули, когда поднялись на эту высоту. В общем, вот у меня вопрос, чисто логически, почему нельзя было сразу одеться хорошо? Вот. Такой момент. Пока вот такое вот у меня первое впечатление. Что будет дальше, честно говоря, не знаю. Но забавно. Увидимся с вами. Пока.